мы сегодня попросили вас подойти для того, чтобы случилось радостное событие для вас, для ваших семей, для ваших близких. Администрация совсем недавно провела жилищную комиссию, на которой было принято решение о продвижении нашей очереди, тех жителей, которые уже давно стоят в очереди по улучшению жилищных условий. У нас сформировался жилищный фонд, и сегодня мы бы хотели торжественно вручить и поздравить вас с наступающим Новым годом, вручить вам ключи от квартир, которые вы, согласно законодательству Российской Федерации, да, на которые вы имеете право, как граждане, как жители нашего города. И сегодня хочется пожелать вам дальнейших успехов, чтобы, несмотря на то, что мы уже взрослые, мы все равно продолжали верить в доброе, в то, что действительно, если очень хотеть чего-то, очень об этом мечтать, да, то обязательно это сбудется. Вот. И желаю процветания семьям, чтобы дети росли, чтобы близкие, родные всегда были здоровы, над нашим небе всегда было солнце, чтобы наше мирное небо всегда вселяло в нас уверенность в завтрашнем дне и давало напутствие, да, на все самое доброе. Поэтому не будем затягивать, я предлагаю перейти уже к церемонии вручения новогодних подарков и ключей от ваших будущих квартир. Я вас поздравляю. Спасибо. Долго, вам подарок. Долго ждала. Так, ключи. Спасибо. Фото на память. Самый яркий, самый колоритный на сегодняшнем мероприятии. Я вас поздравляю. Спасибо. Ключи. Вот, желаю вам. Держите. Это вам. Спасибо. Да.